Всем привет, с вами Ярославна Громакина, канал «Наши дети». Сегодня я вам покажу, как можно посмотреть ВКонтакте все комментарии какого-то пользователя. Например, вы заходите к своим друзьям, выбираете любого вашего друга, ну, кого взять, кто не обидится. Ну, это Милёвочки, наверное. Вот здесь появляется у вас ID, само слово ID можно не копировать, копируете только вот цифры. И вот такая у нас есть ссылка. Ссылку я оставлю в описании. Вот эти номера можно убрать. От 1 до 9 я проставила. И сюда вставляете ID пользователя. Получаете вот такой вид ссылки. Ссылку надо будет скопировать. И в поисковой строке вашего браузера вставить. Что-то мы немножко ждем, видимо, интернет притормаживает. Упоминание в новостях. Ну да, вот смотрите, очень интересно. Угу. То есть у нас появляются не те комментарии, которые он писал, а ответы к нему. Ну, в принципе, вы, видя это, можете посмотреть, кому что было записано, да? Наводите на запись, и вот видите, пожалуйста, какие люди ему ответили смайлом, да? В принципе, вот так. Если вам понравилось это видео и помогло, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока!